Привет, друзья! Продолжаем обзор струйных картриджей Canon. И сегодня будем заправлять 445 черный и цветной 446 картридж. Начнем с черного. Сегодня нам понадобится шприц с чернилами, сверло, чтобы расширить отверстие для заправки, а также канцелярский нож, чтобы снять этикетку. Итак, приступим. Канцелярским ножом аккуратно поддеваем этикетку и снимаем ее. Теперь примерно в середине картриджа сверху высверливаем отверстие. Через него будем заправлять. Вставляем иглу до упора и заливаем чернила до тех пор, пока они не пойдут наружу. Как только чернила пошли обратно, откачиваем примерно 1 мл. И переворачиваем картридж для того, чтобы если в картридже есть лишние чернила, то они выйдут. Вот лишних чернил нет. Подтекать картридж не будет. Теперь сверху протираем салфеткой. И наклеиваем обратно этикетку. Самое главное, чтобы она закрыла все отверстия. И проверяем, как из картриджа идут чернила. Прикладываем снизу салфетку. Отпечаток остается четкий, ровный. Теперь переходим к цветному картриджу. Также канцелярским ножом поддеваем этикетку и аккуратно снимаем ее. Здесь мы видим три воздушных отверстия для трех цветов. Красный, желтый, синий. Эти отверстия надо расширить при помощи сверла. Аккуратно высверливаем. На сверло я поставил ограничитель, чтобы не повредить картридж снизу. Сделал я его из обычной изоленты.
когда все отверстия высверлили, остается определить, какой цвет в какое отверстие заливать. Определить можно таким образом. Прикладываем снизу салфетку и по отпечатавшемуся следу смотрим, какой цвет где есть. Мы видим, у нас порядок желтый, красный, синий. Следовательно, с краю желтый, в серединке красный, ближе к нам синий. Если чернила не отпечатываются на салфетке, можно вставить в отверстие обычную зубочистку. Заливаем чернила до тех пор, пока не пойдут обратно. Когда чернила пошли обратно, откачиваем до тех пор, пока не пойдет воздух. Вот, слышали, когда вошел воздух, прекращаем откачивать. Также синий. Заливаем и откачиваем. Пошел воздух, прекращаем. Теперь красный. Заливать надо потихоньку, не торопиться. После этого протираем сверху салфеткой. Прикладываем снизу салфетку. Все цвета отпечатываются четко. Наклеим этикетку. Картридж готов к работе. Не забываем подписываться. Если понравилось, ставим лайк. Также, если контакты грязные, их можно протереть спиртом. На этом заканчиваю. Всем пока. До новых встреч!